Роботы пашут, человек отдыхает. Ученые УРФУ разработали трактор будущего. Умная машина сможет день и ночь работать без водителя. Сегодня улучшенную технику впервые испытали на полях под Каменском-Уральским. Пока трактор управляется небольшим пультом, но уже вскоре ученые надеются сделать его полностью автоматизированным. Чтобы начать работу, будет достаточно лишь внести в систему нужную программу. Кстати, маневрирование машины – заслуга уральских ученых. Они научили его самостоятельно разворачиваться, разгоняться и тормозить. В ближайшие 3 года разработчики хотят наладить массовое производство таких тракторов. Ведь роботы смогут сэкономить аграриям до 30 миллиардов рублей. Машинами уже заинтересовались и в других странах. Дальний Восток, наши близкие нам страны, такие как Белоруссия, у которых есть и свое производство тракторов, и свои сельскохозяйственные угодья, это потенциально наши клиенты. А если говорить про мир в целом, то среди стран, которые обладают большим потенциалом для сельского хозяйства, это, конечно, Бразилия и Канада.